теме. Вот Глеб спрашивает, как православная церковь относится к криптовалюте и принимает ли пожертвования биткоинами? Вы знаете, я вместо увлечения биткоинами слушаю Бетховена. И один у меня уже знакомый подорвался на криптовалюте, задолжал 1,5 миллиона рублей, стал там переторговывать этими биткоинами. Рискованное дело, да. Центральный банк не одобряет занятия биткоинами. По-моему, Рокфеллеры почувствовали, что пахнет жареным. Нефтедоллар от своей злобы уже загибается, как сыр вчерашний. У нас Россия, Китай, Индия потихонечку накопили золотые запасы, чтобы рупии, рубли, юани имели золотое обеспечение. И вот подсовывают какие-то биткоины, чтобы отвлечь внимание трудящихся масс в более насущных вопросах. Не обманывайтесь, дорогие товарищи.